Здравствуйте! Сегодня хочу презентовать новинку, выпущенной компанией ArtLife и Муфрин. Это спрей для защиты слизистой оболочки и восстановления местного иммунитета. Все мы знаем, что нос – это входные ворота для инфекции. Именно поэтому там предусмотрена система защиты от бактерий и вирусов. Слизистая оболочка. Она является первым барьером против пыли, пыльцы, возбудители заболеваний, которые могут проникнуть в организм с вдыхаемым воздухом. Здоровая слизистая оболочка, она защищает организм от вредного воздействия окружающей среды. При хорошем увлажнении она никогда не пропустит вирус. Поверхность поврежденной слизистой оболочки, она заселяется микроорганизмами, нарушается защитная функция, и инфекция распространяется, возникают различные заболевания, как острые, так и хронические. Причиной тому может быть либо неправильное лечение, либо слабая иммунная защита организма. Вирусы были и остаются врагами номер один для слизистой оболочки носа. И вот барьерная функция слизистой носа, она реализуется и поддерживается за счет местного иммунитета. Что необходимо для поддержания здоровья слизистой оболочки носа? Это борьба с местной патологической микрофлорой. Это защита от проникновения патогенов, активация местного иммунитета, повышенное снабжение слизистой носа питательными веществами, увлажнение слизистой оболочки и препятствование образования корок. Имуфрин – это биотехнологический продукт. При его создании использовались современные технологические решения, последние научные достижения в области микробиологии, вирусологии, профилактической медицины. Этот продукт отвечает всем требованиям к средствам, обеспечивающим здоровье слизистых оболочек носа, а именно это питание, увлажнение, устранение патогенной флоры, бактерий, вирусов и активация и поддержание местного иммунитета. Что же входит в состав спрея Имуфрин? Субтизим – это метаболиты бесклеточной культуральной жидкости специальных штаммов Bacillus subtilis. Содержит комбинацию биологически активных веществ, которые обладают бактерицидным, бактериостатическим действием на патогенные, условно-патогенные микроорганизмы и грибы, при этом не затрагивая полезную микробиоту. В состав спрея Имуфрин также входят лизаты бактерий. Это фрагменты разрушенных клеток бактерий и их внутриклеточного содержимого. Способствуют активации иммунитета, защищают от воспалений, ускоряют заживление ран, обладают антиаллергическим и антитоксическим действием. Лизоцим – это фермент, который уничтожает стенки бактерий. Он защищает от инфекции, обладает иммуномодулирующим действием, противовоспалительной активностью и стимулирует процессы регенерации и заживления. Спрей Имуфрин также содержит комплекс аминокислот, их 15, и эти аминокислоты, они очищены от посторонних веществ биотехнологическим способом, и каждый из них оказывает свое действие на восстановление и защиту иммунной системы. То есть это питает, защищает, увлажняет и стимулирует, повышает регенеративные способности. Пантенол – это провитамин В5, устраняет жжение, раздражение, прекрасно увлажняет, обновляет клетки поврежденных тканей и способствует уменьшению воспалительного процесса. Фукагель – это комплекс полисахаридов, которые получают путем биотехнологического процесса ферментации из натуральных растительных компонентов. Лактоферин – это полифункциональный белок, который широко представлен в различных секреторных жидкостях. Это и молоко, слюна, слеза, секрет носовых желез. Лактоферин проявляет широкий спектр биологической активности – антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное, противогрибковое, также обладает антиоксидантной активностью и иммуномодулирующими свойствами. В каких случаях рекомендуется применять спрей Имуфрин?
Конечно же, это для профилактики в качестве защитного средства от респираторных заболеваний. При комплексной терапии острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Для восстановления местного иммунитета после перенесенных бактериальных и вирусных инфекций. При подготовке к плановым оперативным вмешательствам на ЛОР-органах и в послеоперационном периоде. Также при полинозах и после ЛОР-процедур. Какими же преимуществами обладает этот комплекс? Подавляя жизнедеятельность патогенных организмов, он повышает местный иммунитет. Абсолютно безопасен, и можно его использовать длительно, он не вызывает побочных эффектов. Лизаты лактобифидобактерий, лизоцим, субтизим, лактоферин естественным образом усиливают защитную функцию дыхательных путей. Также обладает противовоспалительной активностью, и это прекрасное средство для защиты от респираторных заболеваний. Итак, я сегодня рассказала вам о новом продукте Immufreen, спрей для защиты и восстановления слизистой оболочки носа, о его богатом составе и о его преимуществах. Спасибо за внимание, всего вам хорошего, до свидания.